Готовность футболистов и обновленные арены к игре проверил губернатор Вячеслав Шпорт. Сумел ли он пробить вратаря армейцев с пенальти, расскажет Михаил Дедух. Дядя, браво! Скахабаровск хоть и обновился перед дебютом в премьер-лиге, костяк, говорят, футболисты остался. То есть на сборах и товарищеских матчах акцент делали больше на физику. Многие поговаривают, что «Зенит» приедет не основным составом. Армейцы, к слухам, относятся скептически и настроены только на победу. Ну, а смысл тогда выходить и заниматься своим любимым делом, если не хотеть выигрывать? Кто бы там ни был, мы никого не боимся. С хорошим настроением вступаем в сезон. Вот, мы к этому готовились почти всю жизнь свою. Перед историческим матчем футболистов посетил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Был награжден именной футболкой с любимым номером. Футбол сейчас, надеюсь, что станет номером один спортом в Хабаровском крае. И проверил на надежность вратаря Александра Довбню, который стал героем ключевого матча с Оренбургом за право участия в премьер-лиге. Отразил несколько пенальти. Главная задача на сезон, рассказал губернатор, удержаться в премьер-лиге. Сейчас до сих пор решаются вопросы со спонсорами. Они должны появиться, если будет результат. Мы ведем переговоры, уже начали практически сегодня ночью вести их с некоторыми компаниями. И будем с ними в цивилизованном виде вести разговор о поддержке команды. Билеты на матч «Скахабаровск-Зенит» распроданы. Впервые в истории клуба за два дня до начала игры. На стадионе имени Ленина 16 июля будет полный аншлаг. Денис, почему я не удивлен, Диня? Пошли, ребят. Михаил Дидух, Максим Корник, Вести, Хабаровск.